Уважаемые депутаты, гости, приглашенные, дорогие друзья! 20 лет назад наши отцы основали автономно-территориальное образование Гагаузии. В надежде на светлое и свободное будущее народа, для нашего общего благосостояния, опираясь на историю, традиции, культуру, православную религию нашего народа, сегодня нам, молодежи, следует посвятить себя общему делу. От лица молодежи я выражаю огромную благодарность всем тем, кто отстаивает интересы нашего народа и не способен сломиться под каким-либо давлением. Мы, молодежь, искренне уважаем мудрое, взрослое поколение и будем всегда учиться у вас беречь и защищать нашу родину, нашу Гагаузию. Сегодня нам всем понятно, чего ждет народ, во что он верит, к какому внешнеполитическому вектору стремится. Наша задача – не отступать и быть с вами вместе до конца. Представители государства, отрицающие нас, питают интерес к разделенному обществу, слабой сплоченности ради циничной манипуляции над нами. Влияние Запада – это самая разрушительная сила морали и духа. Мы не позволим им воспитывать нас и наших детей по их принципам. Мы будем до конца защищать нашу правду, нашу свободу, нашу автономию. Я хочу и могу жить в свободной Гагаузии, в составе суверенной республики Молдова, гордиться своим народом, быть патриотом, сохранять свою религию, ценности, беречь традиции. Пусть так скажет каждый, именно в этом есть и наша сила. Власть меняется, но сплоченность народа остается. И 2 февраля 2014 года мы это доказали, сказав «да» отложенному статусу Гагаузии, сказав «да» таможенному союзу, сказав «да» дружеским отношениям с Россией и странами СНГ. Только вместе мы сможем укрепить нашу Гагаузию. И мы, молодежь, сделаем все возможное для этого. Спасибо. Спасибо.